если бы мне предложили сегодня вступить в Европейский Союз, я бы отказался. Так. Если мы сегодня вступим в Европу, наши все, которые мы считаем сегодня высокие технологии, они никому не будут нужны. Авиация. Да нас задавит Европа своими самолетами. Многие-многие отрасли, они просто погибнут. И мы, говорю, останемся только с сельским хозяйством, металлургией, химией. А все остальное не надо. Мы должны быть ближе с Европой. Зона свободной торговли. Это да,